Привет, ребята, что за сайгак? Привет, ребята, опять у меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И как вы уже догадались, сегодня у нас с вами будет очередной разбор на нашу любимую цветочную подружку Алену Швец. На этот раз мы будем разбирать мою любимейшую просто песню под названием «Молоко». Я уже чувствую, как после этого разбора тебе захочется купить себе свой первый, а может быть просто новый инструмент, а вдобавок к нему различные аксессуары. Тогда у меня для тебя есть скидочные промокоды, с которыми покупки будут еще выгоднее. Кирпич 21 действует в магазинах Динатон и Укулеле Центр, а промокод Даша Кирпич действует в магазине Skiff Music. А еще ребята из Skiff Music каждый месяц разыгрывают настоящую гитару. Поэтому одной покупкой ты можешь убить двух зайцев сразу. Если что, эти промокоды работают как в интернет, так и в офлайн-магазине. А вся подробная информация и правила участия в конкурсах по ссылке в описании. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться. И вот как оно у тебя будет выглядеть. Батарея не греет, сердце больше не бьется. Упакуйте мне солнце, только чтоб не разбилась. Меня носит ветро по углам, по пятам Петербурга. От пузала до дурки не осталось немного. Людям нельзя ни за что доверять. Повторяю каждый день, не в надежде поспать я снова. Верю каждому слову. Завтра меня похоронят частицы. Отстойную прическу и не самый лучший стиль зеленый. Падают листья, не пьют. Ночь случайно прольет молоко. Где-то здесь, где-то там, далеко. Ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-лай. Ну а сейчас погнали учиться играть. Разбор на укулеле. И как всегда и как обычно начнем с вами изучать песню с аккордов. Первый аккорд — аккорд G M. Зажимаем первую струну на первом ладу. Далее третью струну на втором ладу и вторую струну на третьем. Далее у нас с вами идет аккорд B бемоль. Где-то могут его писать как АДС, но это один и тот же аккорд. Мы с вами по идее зажимаем первый лад через барре. Бояться барре не стоит, тем более на канале у меня есть отдельный видео разбор, как же его правильно играть. Обязательно его посмотрите и возвращайтесь сюда. Мы зажимаем барре на первом ладу, третью струну на втором ладу, четвертую струну на третьем ладу. Скажу заранее, в куплете мы его будем играть немножко попроще, поэтому не переживайте. Дальше у нас с вами идет аккорд фа. Зажимаем вторую струну на первом ладу и четвертую струну на втором ладу. И последний аккорд песни — это аккорд G. Зажимаем третью и первую струну на втором ладу, вторую струну на третьем. Давайте соберем, что получается. G M, Baby Moon, Fa и G. Купил себе укулеле вот уже несколько месяцев, пытаешься на ней научиться играть, но ничего не получается. Тогда интерактивный сборник «Укулеле по шагам» специально для тебя. В нем собрана только нужная тебе информация от простого к сложному, без лишней воды и с картинками. А если навести на QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну а вся подробная информация по содержанию и как его приобрести будет по ссылке в описании. Разбор на укулеле. Что у нас будет играться в куплете? В оригинале, а мы играем поближе к оригиналу, играется такой некий перебор. На аккорд GM мы будем дергать 4 и 1. Это, если что, струна, то есть третья струна и первая струна. Играем 4 раза подряд. Далее играем аккорд B бемоль. Теперь смотрите, какой есть лайфхак. По сути, вам не обязательно зажимать вот так вот, в нормальном, хорошем варианте B бемоль. Вам достаточно зажать вторую струну на первом ладу и четвертую струну на третьем ладу. Потому что мы будем здесь играть 4 и 2. То есть четвертую струну и вторую. Тоже 4 раза. То есть раз, два, три, четыре. Теперь смотрите, какой у нас есть лайфхак. Вот мы играем GM через 3 и 1, да, то есть средний пальчик можете не убирать, и лучше его не убирать, а остальные по бокам пальцы просто переносим на струну вверх. Ну, в нашем случае по безымянному нам надо со второй струны на четвертую перенести, но это намного проще. То есть получается, смотрите.
видите, ничего сложного и страшного здесь нет. Дальше у нас с вами идет аккорд фа. Играем четвертую и вторую струну тоже 4 раза. И возвращаемся на аккорд GM. То есть связка аккорда у нас в куплете получается GM, бемоль, фа и опять GM. Давай сейчас соберем полностью, что у нас должно получиться. Кого пугает вот эта мелкая моторика, на канале у меня есть видос, вам он может помочь. Обязательно посмотрите и возвращайтесь сюда. Кому сложно вот эти все приблуды играть, можете тупо играть один удар вниз на каждый аккорд. Мэк, 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 там и мэк. Ну, опять же, кто на что гораст, то так и играет. Теперь давайте соберем это с словами. Батарея не греет, сердце больше не бьется. Упакуйте мне солнце, только чтоб не разбилась. Меня носит метро по углам, по пятам Петербурга. От прозала до дурки мне осталось немного. И дальше у нас с вами начинается переход. В переходе уже начинается бой. Бой можно сыграть оригинальный, по-другому там у нас играется восьмерка. Это вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Медленнее. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Это мы играем один раз на один аккорд. Если для вас это сложно, то вы можете взять другой бой по типу пятерки. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Тогда мы его будем с вами играть два раза на один аккорд. Получается. Людям дядь, за что доверять? И так далее. Или вы можете взять вариант ни вашим, ни нашим. Шестерку. По-другому это вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Тогда вам тоже нужно будет сыграть ее два раза на один аккорд. Получается. Людям нельзя ни за что доверять. Повторяю каждый день, ненавижу поспать. Угу, то есть у вас есть три варианта, как вы можете сыграть бой в данной песне. Ну а я возьму оригинальную восьмерочку и соберу это со словами перехода. Людям нельзя ни за что доверять. Повторяю каждый день, ненавижу поспать. Я снова верю каждому слову. Там последний аккорд зеленый на GM. Вы можете продолжить играть этот бой, который вы выбрали, или взять в оригинале 8 коротких ударов вниз. То есть та-та-та-та-та-та-та-та. Как легко эти удары посчитать. Раз, два, три. То есть прям на каждый слог, на каждую циферку мы делаем по удару. А вот в слове 4 мы сделаем 3 удара вниз. То есть 4 и потом 5-6. То есть смотрите. Раз, два, три. 4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. То есть подойдем к этому месту. Зеленый, мне так нравился зеленый. 2, 4, 5, 6. Опа, как получилось. Так, теперь полностью еще раз переход с этой восьмерочкой в конце. Людям нельзя ни за что доверять. Повторяю каждый день, не в надежде поспать. Я снова верю каждому слову. Ну мы с вами прям вообще молодцы. Так, и пошел припев. Собственно, припев вы можете играть теми самыми вариантами боя, которые я показала. Восьмерка, шестерка или пятерка. И также играем количество ударов, которые я уже говорила ранее. Но в оригинале играется восьмерка, поэтому с восьмеркой я вам и покажу припев. Так, давайте сразу со словами. И единственное, обратите внимание, у нас припев начинается с аккорда G. И это очень красиво звучит. То есть мы закончили на зеленый, та-та-та-та-та-та. И резко так... Очень прикольная штука по гармонии, но я вас не буду сейчас этим загружать, просто восхищаюсь, что молодец, Алена так написала. Холодно, девочки, осенью, листья падают, листья гниют, но случайно прольет молоко, где-то там. Последний.
под бемоль, вы можете сыграть этот удар вниз, так и продолжать играть бой. Но я вам советую сделать все-таки тут удар вниз, потому что у нас на второй куплет опять вернется вот эта штука. И чтобы вы не паниковали, могли спокойно остановиться, то есть ля-ля-ля, и пошло па-та-та-та-та-та-та-там. Я вообще обожаю припев этой песни, потому что он сейчас передает полностью мою атмосферу. Я пишу этот разбор 1 сентября, и на улице идет дождь, прям чисто осенняя погодка. Атмосфера атмосферная. Ну а далее у нас с вами идет второй куплет, переход и припев таким же самым образом, как мы делали до этого. Поэтому давайте я вам вот этот большой кусок покажу, что у нас должно получиться со словами. Пальцы рвут на куски, две пуши и глазки, старый плеер за маске, производит миноры. Носит метро по Москве, я проворней подростка. Я вернусь очень поздно, и ночую не дома. Пошел переход. Встань, чтобы завтра опять умереть, чтобы темные глаза твои смогли посинеть быстрее. Прыгай и полетели. Завтра меня похоронишь у стиль, за отстойную прическу и не самый лучший стиль зеленый. Мне так нравится зеленый. Извиняюсь, там бемоль в конце. Ну и в конце мы с вами играем гранд-финале. По сути, тут просто повторяется первый куплет еще раз. Батарея не греет, сердце больше не бьется. Упакуйте мне солнце, только чтоб не разбилась. Меня носит метро по углам, по пятам Петербурга. От спортзала до дурки мне осталось немного. Вот как-то так у тебя будет выглядеть песня. Ну а теперь давай сыграем от начала до конца. Батарея не греет, сердце больше не бьется. Упакуйте мне солнце, только чтоб не разбилась. Меня носит метро по углам, по пятам Петербурга. От спортзала до дурки мне осталось немного. Людям нельзя ни за что доверять, повторяю каждый день, не в надежде поспать я снова. До дурки мне осталось немного.
Ну, а если у тебя остались какие-то вопросы по разбору, то обязательно почекай по тайм-коду, я там все подписала, расписала. Ну или же пиши в комментариях, я постараюсь на все ответить. Если тебе понравился данный разбор, то обязательно поставь ему лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню или мелодию мне разобрать. Также напоминаю, что для всех любителей творчества Алены Швец есть целый плейлист с ее разборами. Обязательно посмотри. Ну а кому нравятся мои труды и старания, то вы можете задать мне любую сумму на донат Алерс или подписаться на Бусти. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздаточный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Спрозгала до дурки. Еще раз. И.